Всем здравствуйте! Сегодня 16 марта 2022 года, Одесса. Сегодня фактически всю ночь была сирена у нас с 2:30, да, и до 7 с перерывом, да, Игорь? Вот, спрашивали за аптеки. Значит, все аптеки у нас работают, ажиотажа нет. Что это такое? Ажиотажа никакого нет. Да, некоторых лекарств нет, но их подвозят. То, что нам надо было, вот мы ходили покупать, мы все купили, лекарства. Есть аптеки, если закрыты, они потом открываются. Никаких проблем в аптеках нет. И нет туда, нет йода, зеленки и бинтов. Ну, потому что вы что, не понимаете, почему? Вот такое вот сейчас. Ну, и то их подвозят, когда надо. И маленькими партиями они есть, эти лекарства. Значит, что с ценами, я вам хочу сказать. Цены примерно плюс-минус везде одинаковые и в то же время разные. Да, ну вот смотрите, гречка сейчас, 52-56 гривен, это за килограмм. Рис сколько? 37-45. 37-45, но опять вот я вам говорю, это вот в разных магазинах по-разному. А тем более на привозе. А дальше. Мука. Вот мы только что вот видели. 2 килограмма 46 гривен. Потом картошка, морковка, буряк. Вот в магазинах есть 14, 15, 16, 17, 20. Буряк 25. Буряк 25. На привозе картошка минимальная 20 гривен. 25, да, 30. И выше. Лук на привозе еще дороже, 30-35. То есть сейчас в магазине можно купить овощи дешевле, чем на привозе. Говядина на базаре, на рынке стоит 200-250. Свинина 120-150. Курица, я говорю общую сумму, как за кусковую, так и за целую, от 110 до 160 гривен. Это все за килограмм. То есть есть, ну, конечно, уже цены такие подорожало все. Сыры 350, 310, 360, ну, естественно, больше. Общая обстановка в Одессе, ну, такая же, как и была. Все работает, свет, газ, вода есть, отопление есть. Люди ждут мира, ждут, чтобы это уже все закончилось. Мы тоже это все ждем, и всем добра, мира. Сейчас снимать в городе не разрешается, поэтому... Если какая-то съемка получилась неудачно, извините. Нигде снимать нельзя. Вот это мы немножко идем по парку, поэтому немножко вот мы как бы с вами поговорили. Спасибо всем большое. Вам здоровья и счастья.